встретил Алексея Деева, и он мне намекнул, что ты, возможно, от него беременна. Пришел на шоу, когда это еще вот до начала, и он говорит, вам нужно, ну, типа, чтобы ваши отношения наладились, нужно ребенка. Я говорю, ну, возможно, то есть, он такой, есть предпосылки? Я говорю, ну, да, есть. И все, то есть, он такой, правда? Я говорю, да. Ну, вот когда она приходила. Подожди, я с вами на этот счет разговаривал по поводу предпосылок, или ты сам за нее? Ну, сам, то есть, ну, я, это было без камер, без микрофонов, ну, просто сказал. То есть, ты болтанул? Да. А Черкасова это все... И... Ну, Анька очень эмоционально среагировала. Слушай, это вообще ужасно, да. Три, вы побежали в гримерку, что там было? Ну, я предложил, я говорю, а ты пила противозачаточно? Она говорит, нет. Хоть, пожалуйста, ты сплетни, Леш, зачем просто? Не тебе смешно? Я говорю, если ты будешь это поддерживать, я с тобой вообще даже разговаривать не буду. Что поддержишь? Да, а, всралась ты мне вообще, типа. Давай. Да, давай. Да, ты можешь за спиной какие-то... Нет, да. Значит, нет, я не хочу с тобой сейчас разговаривать. Все поприбегали, я не буду с тобой разговаривать, потому что ты ляпаешь, для чего ты? Если бы ты хотел что-то мне сказать, я бы сказал мне, или там, не Черкасову. А ты закинул удочку, лишь бы что бы о тебе поговорили. Зачем? Нет, нет, Леш, нет. Брянская сюда приезжает, она как бы, знаешь, она всегда носом как бы вроде бы воротит, вроде бы как бы делает вид, что ты нафиг нужен, но на самом деле, видишь, она же когда даже на эмоциях говорит, что она какие-то планы с тобой строила, на что ты рассчитывала, и заходить сюда уже решишь, потому что Ермаков мне говорил, что она хочет зайти, а ты берешь и сам все протачишь постоянно. Ты понимаешь, что в том-то и дело, это не было намеренно, то есть я не имел никаких мотивов там, чтобы это специально сказать, то есть, ну, у нас был интим, да, и... Ну, видишь, как ты поделился своими предпосылками, решил за Анну. Это была шутка, я не знаю, Черкасов. Они тебя губят. Да. Шутки на постоянной основе, систематически. И, блин, вот у нас из-за этого всегда проблемы, да, из-за моих глупых шуток. Нужна тебе. Человека, которые встретились, и мы не можем друг без друга. Вот мы сидим с ней, разговариваем, я говорю, ну ты же любишь меня. Она смотрит на меня. Я говорю, я тебя. Если бы ты меня любил, ты бы так не делал. Ну и у нас все по кругу начинается. Ну на тебя обижается. Ну да. Да потому что сейчас все спокойно. Что а вот это того стоит, вот эти шутки. И, ну, наравне шутки и отношения с Аней, ну, допустим. Ты же наверняка бы хотел бы, чтобы по-другому было все. Ну, конечно, хотел бы по-другому. Если бы я знал, что они приведут... Она сама на приколе, на постоянном. И я, если бы знал, что это приведет вот к таким последствиям, я бы не стал делать это. А Олеся сама отбой дала, типа? Ну, я написал ей, ну, не то, чтобы я отшил, я написал ей правду, то, что ну, меня не устраивают такие взаимоотношения. Я ее не знаю, в принципе, мы с ней знакомы 4 дня. И то, что я вижу, мне не нравится. Ну, она говорит, я такая, то есть я свободолюбивая. Ну, ты посмотрел, что она особо от проекта не в восторге. Ну, да, и, то есть, и у меня особо там нет таких эмоций по отношению к ней, а пользоваться человеком ради... Сейчас, Аня, ты будешь созваниваться, извиняться? Ну, нет, мы с ней, слушай, у нас там переписки с ней идут такие, она мне пишет последнее сообщение, не знаю. Она опять сейчас скажет, что я хайпажор, я это специально делаю, то ваша социальная сеть заблокирована. А, все.